Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной интересный роллинг. Куча всего, куча плюх. Мы их открывать не будем. У нас сегодня задача поролить, посмотреть талантики и вытащить что-то интересное. Аккаунт моего подписчика Сереги. Терминатор и копил целый год. Куча разных плюх, куча всего находится. Он в гильдии. Фатал, не знаю. Приму всех. Чат на экране, WhatsApp, Telegram, ВК по этому номеру телефона. Кидайте заявочки, вступайте. Нужны адекватные игроки. Будете вместе играть. Русский Android сервер. Так, терминаторы. Наполовинку на терминател до Минотавра. Поехали посмотрим, что у нас по недостающим героям на аккаунте творится. Такс. Странно, Мишаню не собрал. Да ладно. Скиталец, Мишаня, Рогатка, Хладный, Барт, Разруха, Оккультист. Офигеть, это мы что сейчас ради Оккультиста Королевы Оз будем ролить? А, еще Фобушка. Жестко. Ну, в общем, поехали. Сегодня у нас коллекционер. Вот такой вот коллекционер. В принципе, простой, обычный. Также накопление. Востока. Такс. Что нам надо сделать? Недостающих. 100к на недостающих. Те самые, которые на складе. Можно на таланты. Ну, посмотрим таланты. Сейчас давайте изначально поехали. Попробуем вытащить что-то недостающее. Ну, честно скажу, сегодня как-то так. Ну, русский коллекционер меня вообще не удивляет уже. Его запустили, наверное, за месяц. Просто изи, пожалуйста. Вот просто подарок. Сразу же за несколько тычек мы вытаскиваем недостающую. Ну, наверное, мега имбу. Потому что этот герой определенной прокачки на сегодня очень круто тащит. Ну, поздравляю. Отлично, начало хорошее, поехали дальше. Надеюсь, мы еще добьем недостающих нам героя. Варлок. Куча всякой срани падает. Смертушка. Капитан Дрейк. Медузка. Ладракула. Землеройка, неплохо. И я, блин, ну конечно, видите, аккаунт от аккаунта че разный. Космо, я офигею, как эти герои нужны были на предыдущем аккаунте. Фараон, жесть, просто налегке. Ну, видите, по-разному бывает. Такс, окей. Что у нас тут получается? Получается, самики кончаются. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Капитан Рогатка надо. Блин, ну Капитан Рогатка это такое. Самое главное, что мы вытащили Оккультиста. Остальные герои, в принципе, у него... Ну и Фобушку надо, ну пробуем. Захотел на недостающих, поехали. Поехали в Райдикс, бегаем. Не буду убивать. Сразу же арташка, видите, все-таки работает. Одержимый. Сноу. Блин, надо бы, наверное, еще вытащить Фобушку. И ролить можно вообще просто не ролить дальше, бессмысленно. Седнушка, Кенди, Тесочка. Блин, как быстро самые улетают. Суккуб. Но сказать, что на русском сервере, вот я сегодня много роля и...
пожалуйста. И пожалуйста, ребятушки, Мишаня к нам пришел. Давайте открываем. Так, есть. Оккультист есть. Неплохо, неплохо. Но начало роллинга, конечно, было самое такое, как нам надо. Надо фобушка. Рома. Парлок. Ведьмочка. Сердцеедка. Жесткий троллинг прям. Где Лео? Бигфут. Думаю, мы тут коллекционера частично уже собрали. Ну а кольтис, ну хотя 10-я эмблема, это тоже круто. Для архидемона как-никак будет плохо заходить. А, так, суки, поехали. Бочка сразу же падает. Свалим, плохо. Дайте фобушку уже, ведьма. Просто изи. Еще один недостающий. Я не знаю, что он, ну, посмотрим, что он не собрал. Он, наверное, сундуки копил. Да, сундуки защиты у него есть. Мы ему их оставим. Не открывает. Так, скиталец. Блин, ну капитана рогатку надо вытащить. Ну, по сути, тут героев хватает уже для нормальной игры вполне. Сейчас будем с талантами разбираться. Так, ладный призрак у нас уже открыт. Поехали дальше. ППшка. Пара. Ведьма. Есть. Мы сделали это, ребят. Изи просто. Просто изи. Так, герой. Ну, в принципе, я не знаю. Будем пробовать сейчас добить. Но у нас осталось, по сути, скиталец, капитан рогатка и королева ос. И все. Остальное все уже чисто через донат. Ну, поехали, попробуем. Ну, дуэлянта он соберет. Так, скиталец, королева ос. Мы, по сути, собрали еще всего коллекционера. Так, давайте оставим это. Давайте паролим таланты. Надеюсь, мы там вытащим. Поехали, посмотрим, что у него с талантами творится на аккаунте. Райка, маска, баст. В принципе, нормально. 9-й ожог есть. Отлично. Отлично. О, тут надо, конечно, будет сейчас поиграться. Или сразу же. Выживание. Выживание, ну. Давайте посмотрим все герои быстренько. Баст, вальс. Ну, с вальсом я не знаю, что первый раз вижу. С вальсом утекание нормально. Бойкость. Перса, исцеления нету, да ладно, не поверю.
Десятый перс, нафига? Офигеть. Просто офигеть. Здесь однозначно надо исцеление ставить. Я надеюсь, ему сундуков выпадет, он это поменяет, потому что это жестко, десятый перс. Фух, войны. Ладно. Может, где-то он что-то тестировал, но тут реально с талантами беда. Охренеть. Жестко. Я думал, меня можно удивить. Да, тут с талантами печаль, беда. Чем полная. Так, поехали. Девушка. Так, просветик. Просветик закинем на кого-то из тех, кого выбили. Закинем на оккультиста. А можно было на кого-то другого. Так, стойкость. Маскировка. Но маскировки нету, значит, не будем ставить, поставим на фобушку. Подгашка. На космо. Леска. Подземочки, приговор нафиг. Еще один бастион. Да, конечно, жестко. Так, ожог нафиг не нужен. Целушка тоже не нужна. Героя повторок, это хреново. Нельзя толком понять, что надо на аккаунте доставить. Да, тут жестко. Конечно, с талантами поиграться дофигища надо. Бог войны нафиг. Есть. Да, тут с героями, конечно, лажа полная. Офигею, конечно.
Честно говоря, ребята, я в шоке. С талантов я просто в шоке на героя. Но мы немножко подправим эту ситуацию. Уже, в принципе, подправили. Так, оживо. Пальс. Даже не собран на уклонение, ну бессмысленно. Так, где там наш куцмут ПДшка? Я это меняю, потому что, ну, это неправильно. Ну, даже рассматривать не буду. Так, ремка. Жесть. Ремка у нас идет на Атланта. По-любому Атлант римочный должен быть. И от этого никуда не денешься, потому что не сможешь потом проходить вторые локации. Именно с римкой надо. Раскол, отлично. Да, конечно, тут надо коробок с 500, наверное, чтобы все расставлять. Так, химика где-то у него была здесь. Да, жесть, я думал, что реально такого не бывает, но такое и бывает. Такс. Тут у нас, по-моему, первые герои более-менее собраны нормально. Стойкость пусть пока будет. Хорошо, надо, кстати, ворожая на ворожая огненку надо. Паст. Все. Остальные коробки он потом получит. Я просил это. Давайте доролим. Он плюхи пооткрывает, я думаю, уже дальше посмотрит. Ну, сливать там трифит отлично, по-моему. Или это не на этом аккаунте нам трифит. Гаргул. Ну это, конечно, жесть. Фрея трифит бочка. Это жестко. Атлант. Хранитель, фараон. Блин, нам нужна королева ос. Одержимый, триант. Хотя, в принципе, еще один хладный, нифига себе. Кинди. Дракос. Собрать, собрать, собрать. Собрать. Я думаю, мы уже полностью фуловый коллекционер собрали. Что я могу сказать? Самики, которые здесь есть, ну, тебе бессмысленно тратить, как ты написал, на таланты. Их лучше оставить все полностью потом на созвездие. Их тратить смысла нет. Кулаков здесь дохренища, на коробки спустить надо будет, играться с талантами дальше, ну и попрокачивать героя, в принципе, героя более-менее, некоторые таланты я тебе дорастаю. Ну это просто жесть, ребят, смотрите, вот реально, смотрите на аккаунт и надо смотреть обзоры перед тем, как качать. Выбили, посмотрели талант, посмотрели, кому можно применить, посмотрели, какие у вас герои есть. Потому что здесь еще менять и менять, это реально очень жестко. С талантами реально беда. В общем, поздравляю, я надеюсь, ты довольный. Мы тебе, в принципе, вытащили всех таких более-менее актуальных героев. Но с Скиталис, Капитан Рогатка можно, я думаю, и без них обойтись. Остальные герои у тебя уже
без донатной есть, королева у вас тоже не особо актуальна. И, конечно, с талантами здесь надо поиграться. Очень дофига всего надо поменять. Вот такой вот коллекционер, и такие вот все плюхи с коллекционера и страта. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.